Дискотека, это дискотека века. Эй, диджей, битмейкер, уличный дэнсер, шейкер, шейкер, патимейкер, хей, патимейкер, хей. Да, вот с кем я дружу. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня вместе с Жейкой и Игорем мы снова отправляемся в детский сад в Майнкрафте. Да, ребята, всем привет! Ку-ку! Ребят, не забываем ставить большие пальцы вверх, потому что если мы с вами сможем брать 5000 лайков на вот этой серии, то мы сразу же побежим записывать следующую и выпустим ее в ближайшее время. И не забывайте подписываться на наши каналы, ссылочки, как всегда, будут в описании. Также, ребята, не забывайте писать свои положительные комментарии. Напишите в комментариях, как вы относитесь к бутылке, которая находится в жопе мистера Евгения, в общем-то. И давайте соберем 5000 лайков для того, чтобы ссылочку на эту карту мы оставили в описании, и вы смогли поиграть со своими друзьями. Приятного вам просмотра. Фу, новый день в детском садике, Женечка и Игорёк. Стойте! Нет! Чё что нет? Такое? Чё? Уронил. Я тут немножко выпила. Нормально. Какие выпил? Так, давайте в садик. Ой, за садик, что ли? Ой. Папа мне дал бутылку какую-то, это вкусное. Так, смотрите, Димас что-то тут натворил. Димас, мне кажется, мы зря мы его привели вот сюда, в детский садик, да? Давайте уже от него отойдем. Да, Димас, Ванюша, наш дружок вот этот. Здрасте. Дружок, дружок. Ванюша, я не пойду к этому Олегу, пойдемте в портал, сразу в портал. Давай. Какой-то скучный день сегодня в садке, давайте в портал. Петрович как-то не изменяет своим позициям. Да. Держи. Закусон, давай. И больше закуски, больше. О, так. Ой, да хватит, Игорь, фу! Давай, я. Вперёд, давай, готовите. Раз. А куда мы отправляемся? Я не знаю, какие-то вот символы странные, похожие на какую-то радугу. Вперёд! Давайте, раз. Два. Три! Ой! Так. Я вспомнила, ребята, сейчас же Олимпиада летняя. Молоко и корова. Вот состязаться. У вас тоже инвентаре стейки, да? Да. Это означает то, что зарубили... Нет, сначала подоили с нее молоко, потом зарубили ее, пожарили. Игорь, кинь, у тебя плохие мысли, Горюня. Игорь, ты какой-то... Так, мне кажется, нужно начать соревноваться, а? Да, соревноваться, это же Олимпиада. Олимпиада. Давайте начнем, знаете, с чего? Я хочу побегать, я, знаете, как быстро бегал, когда был взрослый. Давайте, готовы, насчёт три. Когда что? Когда был взрослый, я очень быстро бегал, давайте. Давайте, не жульничать, давайте отчет. Раз, два, три! Раз, два, три! Да нет! Я пока первый, опа-на! Я первый, ну ладно, пофигу! Я первый! В смысле ты первый? Поедечка! Какая первая, давай! Ага. Я? Кто золотую медаль завоюет? Я! Первый! В смысле ты первая? Нет! Я тебя не вижу! Я тебя тоже не вижу! Странно, как-то это не важно, ладно. Так, а вот сейчас ты первый, ах ты говно. Да. Меня все погнали, какого черта, мать твою! Девочка, нет! Я в запорчике застрял. Мне кажется, золотая медаль моя будет. Все! Так, все. Одна золотая медаль уже у меня. Хорошо. Эдичка молодец, выиграл первое испытание. Так, предлагаю прыгать. Сейчас я покажу, как прыгают настоящие. Гину. Эдичка, иди ко мне, пусть Игорюн не прыгает. Давай. Игорюн, ты куда? Ага, вот, так. Готов? Это шест. Давайте все шест возьмем. Это лопата большая, понимаете? Давай, да. А мы будем смотреть, как ты перепрыгнешь. Может, молочко еще выпьем, оно какое-то вкусное. Покажу, как реальные пацаны прыгают. Молочко, ребята, нужно молочко. Я выпил. Готов? Давай, Игорёк, давай. Ты смотришь? Давай. Раз, два с половинкой. Ну давай. Ой, как разогнался. Куда? Нифига! Теперь я. Давай, Женечка, давай. Так, смотрите. Давай. Сейчас будет сисюни мои трястись. Да, не смущай нас, давай. Уии!
Нифига себе! Вот это я понимаю, да, вот это прыжок. Даже вы... Дотронулась, дотронулась, я вижу. А это так, это правило. Так, сейчас я, давайте. Раз, два, три. Опа, опа. Как я разогнался, опа! Ох, молодец-то какой, какой молодец. У всех золотые медали. Выиграл. Я не знаю, кто выиграл, но я, по-моему, показал хороший результат. А давайте в длину сейчас будем прыгать. Давайте, давайте. Пишите молочко, вы готовы? Молочко, молочко, молочко. Игорюня, давай. Мы будем следить. Как побежал, как побежал-то? Нифига себе. Стой там, Игорюня, теперь я. Бегу. Так, стойте там, сейчас я. А он жульничал, Игорюня жульничал. Нет. Ну все, дисквалификация. Сейчас я. Опа, опа, опа. На! А вы, он еще пробежался, так было ничего. А ты не видел, как Игорюня пробежался тут вообще? Я не бежал вообще. А, да, да. Все послонено, да. Все послонено. Дисквалификация, Игорюня, все. В смысле? Отпрямо. Так, у меня все это фото-видеофиксация. Вот и... Так, что дальше, что дальше? Я предлагаю выпить нового очка, потому что я устала как-то. А, я тоже, охладиться нужно. Так, что у нас тут? Какой-то сундучок. Броски в длину или что это? Да! Что? Хорошо, что ты стир не за 2000 рублей. Так. Так. А что мы делать должны? У меня броски... есть лук. Хм, а там что, и лук есть? Давайте я из лука буду стрелять. А куда вставать? Куда, сюда? А, я не знаю. Не, мне кажется, вот сюда, видишь, на эту точку. Хорошо, на эту... можно я буду первая? Давай, у каждого 3 попытки, да? Да, у меня 3 стрелы. Давай. Опа, один с одного. Нет! Один с двух. Нет! Все, всё, я проиграл. Давай, давай. Один с трех. Ну ты в самую простенькую попала. Так. Я прогнулся, лох. Ой, лох. Ноль. Нет. Говно. Сейчас я. Женечка пока лидирует. Опа. О, все. Ты ж говно. Я все, я догнал тебя, догнал. Эдичка лидирует, это мишень дальше. Ой. Задержка дыхания. Опа! Да! Женечка, Женечка, получила, получила. Стрелок, а, стрела. Две золотые. А теперь сюрикен. А сейчас сюрикен, да. В длину кидать. Вот знаете что, давайте будем отсюда разбегаться, и когда мы прибежим к этой точке, вот тут бросать. Давай. И потом стойте на своих местах. Давай, давай ты, Игорюня. Готовы? Давай. Раз, два, три. Только одну. Ага, и сейчас беги туда, чтобы узнать, где она упала, стой на том месте. Давай, ты, Женечка. Меня не попади! Все, а ну беги туда, Женечка. Бегу. Падла! Так, сейчас я. Женечка. И куда оно полетело? Я как-то даже... Я выиграл! А у меня вообще не полетело как-то. Где? Иди к Игорюне, там она. Игорюня там? Да. Беги. Вот она тут лежит. Где? Перед Игорюней прям. Вот тут? Подобрал, вот тут. А у меня она очень невидимая. Ну вот, это мое место. А тут у меня. Тут у тебя, Игорюня. Нормально. Да, давайте, может, еще по попыточке одной. Да, может, все, мне не нравится сюрикен кидать вообще. А, ну давайте ладно. Еще по одной. Давайте. Ой, еще по одной. Давайте одну, только одну. Одну. Не три, я одну. Чего потерять свой лидерство, понимаете? Итак, готовы? Раз, два, три. Побежал. Опа. Давай, Женечка. Так, полетела. Куда полетела? Вот смотри. Как ты делаешь? Она, вот она, я вижу. Так, сейчас я. Я ее опять не увижу. А почему я не вижу, куда она летит, а? А потому что Эдичка слепой. Нифига себе, Эдичка почти до меня забросил. А где, я не вижу. Вот это твоя. Что-то у меня со зрением плохо. Вот тут твоя была. Ну нормально. Ну тут я нас победила, я, да. Понимаете, я прирожденная сюрикенша. Сюрикенша. Как насчет прыжков в воду? Ооо, люблю воду, давайте. Конечно, очень люблю, ну давайте. Сейчас покажу, как реальные пацаны попадают в дырочки. Бомбочкой. А реальные бабы сейчас как попадать. Давайте начнем с самой маленькой. Давайте. По очереди будем прыгать. А что нужно делать? Нужно попадать как можно меньше воды? Ну да, то есть больше баллов наберешь. Так, Женечка, давай не будем мешать. О! Ты попал! Игорь не попал. Не попал. А ну ты, Женечка?
Попала! Попал! А? Отлично, Тетечка, мы с тобой впереди. Сюда. Игорюня, прокакал. Пошли вон! Да куда? Что ж ты делаешь, Игорюня? На. Да твою мать! Жалко, у меня стрел нет. Давай, пошла вон! Нет! Что ж ты делаешь, ты, Игорюня? Ладно, давай. Где ты взял ножик? Так, не обращай внимания. Давай, Игорюнь, давай. Опа! Опять не попал! Что такое-то, блин? Теперь я! Давай, Женечка. Блин. А сейчас я. Ну почти! Ну у нас по одному баллу. Никто не попал. Какие-то мы не... Подбираюсь на самую большую горку. Нифига себе, сколько мне лезть. Женечка еще не залез, подожди. Ой. Подождите, Женечка, дай руку, подними. Давай. Готовы смотреть, как MLG пацан прыгает? Давай. Опа. А теперь девочка. Ну чё же вы такие? Так, сейчас я. Попала. Так. Опа! О! Все попали. Ладно, Эдичка победит, так уже будет. Да. Так, ну в принципе, мне кажется, все, уже больше ничего не осталось. Пойдём лучше на пьедестал почёта. Мне кажется, я заслужил первое место. Где тут то последний, тот вонючка. Не, так нечестно. Кто последний, тот вонючка. Первое место. А если я скажу, что у меня ножик есть, а? Нет. А? У кого первое место сейчас? Не у тебя, Женечка. Нет, все, я вот тут стою. Ну ладно, так уж и быть, вот так влюбить свою Женечку. Единственная идея еще в команде, и вы вот так вот, как нет, то есть я не да. На самом деле ты мальчик, ты просто ничего не знаешь. Тебе просто родители ничего не сказали. А как ты объяснишь, что у меня сисечки? В параллельной реальности ты мальчик. А Сауку села может? Совсем с ума сошел, да ты говорю, я побежала в портал, вы мне надоели. Вы меня просто кинули, предали меня, я убегаю. Ну давайте домой. Игорюня, догоняй. А я не могу, у меня накапывает, я подвернул, когда бегал. Ой, я ничего не вижу, быстрее! Я боюсь темноты, быстрее! Лучше мыши, или воробьи, не знаю. Летут, ну ладно. Игорюня, да. Раз, два, три! Три! Опа! Знаете, что у меня для вас есть? Чё? Надо расслабиться после такого сложного дня. Конечно, отпраздновать... Это мне. Да, ребята, спасибо всем, кто смотрел. Не забывайте ставить лайки, вы очень нам помогаете в этом. Набираем 5000 лайков, выходит новая серия Детского сада. Всем пока, я пошла бухать. Да. Подписывайтесь на канал, всем пока. Да, до свидания, мы пошли. Женечка, подожди. Давай, пойдем, Манечка, пойдем. В кусты.